Я, честно говоря, не знала, чего ожидать от NGO Gameworks Ghostwire Tokyo. Но я знала, что мне просто нужно раскрутить за это. Это совершенно новый трипл айп от моего любимого разработчика видеоигр Синдзи Миками. И у меня было предчувствие, что это будет что-то особенное. Первоначальный анонс трейлера выглядел по-настоящему интересным, сочетая действия с элементами ужаса. И все это происходило в одном из самых визуально ошеломляющих городов мира. Прошло более 3 лет с тех пор, как было выпущено это таинственное название. И хотя мы несколько ознакомились с его игровым процессом. Я действительно не думаю, что эти трейлеры проделали отличную работу по иллюстрации того, что такое Ghostwire. Ну что же теперь, когда я отыграла всю игру? Спасибо тебе, Танго и Битезда. Я действительно ценю это. Я должна сказать, что это довольно круто. Так, давай займемся этим. В отличие от их серии Evil Within, Ghostwire — это не игра ужасов на выживание. На самом деле, это даже не игра ужасов вообще. Я не пытаюсь тебя напугать. Это приключение через охваченную призраками Сибую. Чистое приключенческое приключение. Охота на духов. После того, как в Токио произошло катастрофическое событие, известное как исчезновение, улицы, здания и метро остались совершенно безжизненными. Все были вырваны из своего физического существования, не оставив ничего, кроме своих личных вещей и застрявших душ. Призрачный провод начинается с нашего главного героя, единственного человека, который не исчез, Акита Идзуки, на грани смерти после аварии на мотоцикле. Тело Акита одержимо и возрождено одиноким духом по имени Кака. В то же самое время призраки и другие демоны перешли из мира духов в мир живых. Кейки надели Акита невероятными стихийными силами, чтобы обеспечить его выживание против этой растущей паранормальной угрозы. Акита и Кака должны выяснить, что происходит, и посмотреть, смогут ли они спасти жителей Токио. Боевая система Ghostwire чрезвычайно интересна. В игру играют от первого лица. Каждая из твоих атак технически представляет собой пальцевые снаряды, но я бы никогда не назвала эту игру шутером от первого лица. Это больше похоже на волшебного скандалиста. Подумай о еретике или ведьме. Есть 3 стихийные силы, которые ты можешь использовать в бою. Это быстрый выстрел по ветру, горизонтальные широко поражающие водяные лезвия и мощная огневая мощь, которая пронзает скопившихся врагов. У каждой силы есть удерживаемый вход. Когда заряжается, ветер выпускает комбо, ударяя до 4 раз, в зависимости от уровня мощности. Вода создает более широкое лезвие, которое может охватывать группы врагов, а заряд огня посылает мощную бомбу, которая уничтожает толпы врагов. Все способности стихий ограничены в их использовании и используют разное количество того и другого. Ты можешь пополнить либо, взломав поврежденные предметы, разбросанные по всему окружению. Ты также можешь пополнить этот ресурс, захватив ядро призрака. Повреждение призрака медленно раскрывает эту вещь. Ты можешь хватать сердечники на расстоянии, используя свой призрачный провод, или подойти поближе и лично разбить его в своих руках, что, кстати, очень приятно видеть каждый раз, когда ты чувствуешь себя такой сильной, делая это. Проблема, возникающая при захвате ядра, заключается в том, что они не всегда безопасны. Акита должен выполнить сложный жест рукой, чтобы уничтожить ядро. По сути, он должен быть неподвижным, оставляя его открытым для вражеских атак. Выбор того, когда и где ты захватишь ядро, важен для эффективного уничтожения ОРД упырей. Если у тебя совсем иссяк эфир, у тебя все еще есть еще несколько вариантов защититься. Есть несколько талисманов, которые являются скорее вспомогательным предметом, чем талисманы прямого оружия, например, фиксируют врагов на месте и быстрее раскрывают призрачные ядра. Соедини оба этих талисмана вместе с чем-то вроде виндшот, и ты будешь уничтожать фантомов с небольшим усилием. Есть стелс-тейкдауны, которые ты можешь выполнять, но я никогда не завершала полное столкновение с врагом в стелсе. Я нашла это полезным для сокращения численности врагов, прежде чем атаковать их в лоб. Если упомянутые враги подойдут слишком близко для удобства, ты всегда можешь блокировать их атаки. Есть также идеальное парирование, которое действует по-разному в зависимости от врага и того, как ты улучшила себя. Последний вариант защиты в твоем распоряжении — это твой лук. На раннем этапе лук, скорее всего, будет твоим последним средством. Стреляй быстро, точно и смертоносно. Стрелы сильны, но несколько ограничены. Ты можешь найти их по всему городу или купить у милой маленькой некомахи в твоем местном магазине. Я думаю, это отчасти говорит о силе боевой системы с доступными играми. Супер жесткий режим, который отключает прокачку. А это значит, что ты должна полагаться на чистую функциональность каждого инструмента в твоей загрузке. Тебе может потребоваться некоторое время, чтобы понять, как каждая сила работает против множества врагов. Но это вознаграждает, когда ты наконец узнаешь, как стильно уничтожать группы врагов. Говоря об этих особых призраках, Ghostwire наполнен множеством опасных полтергейстов. Каждый враг основан на определенном тропе в японском обществе.
Самые многочисленные враги, с которыми тебе придется сражаться. Это ходоки дождя. Эти очень стройные на вид люди представляют собой архетип усталых и часто перегруженных работой бизнесменов, которых вы постоянно увидите в Японии. Есть такая, которая называется бумажная кукла, которая олицетворяет ожидание сохранения счастливого, дружелюбного фасада, который многим женщинам приходится использовать на рабочем месте. Я думаю, это очень интересно, что Миками и его команда решили исследовать эти идеи, эти негативные эмоции, которые питают злые силы этого игрового мира через его врагов, побочные квесты и часть сюжетного контента. Ghostwire много говорит о Японии, не обязательно критикуя культуру, но как бы акцентируя внимание на определенных вещах в своем игровом процессе. Все это действительно потрясающе. Но держу пари, тебе интересно, как играют эти враги. Ну, поначалу они немного смешанные. Этот чувак, Слендерман, о котором я упоминала, почти никогда не нападал, предпочитая спотыкаться, как движущаяся мишень. Некоторые враги-берсерки, такие как ученики страдания и боли, бросаются тебе в лицо и как бы несут слабину ходоков дождя. По мере того, как ты прогрессируешь и сталкиваешься с большим разнообразием того, с чем ты будешь бороться, бой действительно открывается и становится лучше. Но какое-то время мне казалось, что я все уничтожаю. Стоит отметить, что я сыграла примерно половину игры в обычном режиме и нашла ее очень легкой. Переход на сложную сложность был идеальным стимулом для повышения моих навыков и фактического изучения того, как каждый инструмент в моем наборе работает против каждого противника. Позже ходоки по дождю эволюционируют в более агрессивные варианты, такие как более крупные и прочные ходоки, которые используют свои зонтики в качестве щитов, прикрывая себя и своих союзников, заставляя вас использовать свою пронзительную огневую мощь против них. Дождевые брызги наконец-то сильнее, бьют тебе в лицо и бьют очень сильно. Бумажные куклы чаще используют свои адские атаки, похожие на пули, и усиливают других активных врагов, что обычно делает их первоочередной целью. Помню, что была сбита с толку тем, как я должна была увернуться от летящей пули. Черт возьми, в первом я уничтожила все это своим щитом, в то же время сломав защиту. Потом я вспомнила, что играю в игру от первого лица, и тогда я могла просто пригнуться под выстрелами. Подобные боевые мелочи заставляют Ghostwire чувствовать себя немного более очаровательно, чем в других экшн-играх. Есть масса других врагов, таких как Легенда, на которой основана Леди Ди из деревни, и множество летающих врагов, которым почти требуется лук для успешной борьбы. Как только ты запомнишь, как сражается каждый враг, и освоишь все свои варианты нападения, ты почти почувствуешь себя Акита, использующим свои знаки рукой, чтобы быстро переключаться между всеми вашими видами оружия с помощью сенсорной панели контроллера. В целом, боевая система Ghostwire довольно хороша. Это не самый лучший игровой цикл в мире. В этом нет ничего умопомрачительного. И у этого определенно есть потенциал для повторения, особенно на обычной сложности. Но это все равно цикл, с которым я искренне наслаждалась своим временем. Но бой — это только половина привлекательности этого титула. Другой — это открытый мир, который можно исследовать. Токийский призрачный провод — это наполовину приключение по охоте на призраков, наполовину гид по Сибуе, того количества японской культуры, которая постоянно демонстрировалась в этом прекрасно созданном открытом мире, было более чем достаточно, чтобы насытить мой ультраслабый аппетит. Мне нравится, как сильно эта игра хочет рассказать своему игроку о своей культуре с помощью предметов коллекционирования, достопримечательностей, побочных квестов и всей фантастически адаптированной мифологии. В этом названии так много появлений йокаев, что я щелкнула пальцами и указала на экран. Открытый мир призрачных проводов потрясающе красив и не так ошеломляющий, как многие другие открытые миры. По мере того, как ты продвигаешься по сюжету, открывается все больше карт, которые, по сути, передаются через основные события повествования. Это мало чем отличается от других игр с открытым миром. И да, тебе действительно нужно разблокировать разделы карты, очистив святыни Тори. Эти святыни поглощают смертоносный туман, который ответственен за то, что все исчезают из жизни. Когда отперто? На внутриигровой карте действительно есть тонны значков, но я в основном все отключила и, естественно, обнаружила много игрового контента, и это было здорово. Я имею в виду, что контроллер PS5 издает звуки и вибрирует, когда ты приближаешься к предмету коллекционирования, что заставило меня почувствовать, что я играю в Зелду или что-то в этом роде. По умолчанию в игре также есть много навигационных элементов HUD, которые я также отключила, оставив только верхний компас. Компас — это все, что тебе нужно для захватывающего опыта. На нем отображаются все соответствующие значки. Сибуя уже очень хорошо спроектированный город. Это вроде как вся навигация, которая тебе, вероятно, понадобится. Есть куча четко идентифицируемых ориентиров, которые компенсируют отсутствие объективных ориентиров. Помимо того, что ты таскаешь его по улицам, ты также можешь скользить с крыши на крышу, как Бэтмен. Это довольно круто. Различные тангу усеивают горизонт, и эти дружелюбные йокаи помогают тебе подняться на более высокую высоту. С высоты ты можешь наблюдать за своим окружением, выбирая каждую достопримечательность и достопримечательность, а затем просто скользить и прокладывать себе путь. В полной мере используя аппаратное обеспечение PS5, ты можешь сказать, что Tango Go
GameWorks было очень весело планировать и точно воссоздавать Сибую в реальной жизни. Токио в основном все время строится. Когда эта игра начала свою разработку еще в 2017 году, Сибуя видела много строительства. Это представлено в Ghostwire. И это странно ностальгически видеть. Общая визуальная презентация тоже потрясающая. Разработчики действительно не поскупились на создание настоящих визуальных эффектов следующего поколения для персонажей, локаций всех кошек и собак, которых ты можешь покормить и поговорить. Буквально. Ты можешь читать их мысли, и они дают тебе полезные советы по поиску предметов коллекционирования. И они могут принести тебе два тайника с сокровищами. Это чертовски удивительно. Мне это нравится. Я играла в игру на PS5 в режиме высокой частоты кадров, так что это означает 120 кадров в секунду, и я получила очень плавный опыт, и никогда не замечала ни единого падения качества или каких-либо ошибок, нарушающих игру. Призрачные провода Токио потрясающе выглядят и полны дел. Это неон, и залитые дождем улицы придают этому ощущение почти киберпанка. Если мы когда-нибудь получим современную игру «Бегущий по лезвию», я могу только надеяться, что она будет выглядеть так хорошо. Легенда концептуального дизайна Иками Накамура некоторое время работала над этой игрой в качестве креативного директора, и вы могли почувствовать ее работу через визуальный дизайн. Все, начиная от окружения и заканчивая персонажами, имеет такую последовательную кибер-классную эстетику с наложением очень толстого слоя японской мифологии. Так здорово видеть, как техническая одежда и кабуки объединяются в захватывающий дизайн персонажей. С учетом сказанного, количество высокотехнологичных нарядов, которыми Акита может щеголять в роликах, сделало меня такой счастливой, как уличная модница. Хотя я признаю, что в основном мне нравился костюм Кодзимы. Если отбросить красивую внешность, количество побочного контента, упакованного в эту игру, довольно отвратительно. По мере того, как ты будешь исследовать, ты встретишь множество застрявших душ, ищущих помощи в переходе. Это твои побочные задания. Я начну с того, что скажу, что, по моему мнению, около 85 побочных квестов великолепны, остальные не так уж и велики. У многих потерянных душ, с которыми ты разговариваешь, есть действительно классные мини-истории для подражания. Большую часть времени у этих побочных квестов есть свои собственные интерьеры. Это уникальная среда ручной работы для части контента, которую ты, возможно, никогда не испытаешь. Мне это так нравится. Что мне не нравится, так это различные скопированные и вставленные охоты на йокаев и побочные квесты в стиле режима Орды. О, что это? Я должна проверить это древнее проклятое дерево. Это звучит так круто. Интересно, что будет дальше. О, это просто еще один смертоносный призрак, пока миссия не закончится. Побочный квест. Разговорный диалог с этими конкретными квестами тоже повторяется. Точно такие же вещи произносятся каждый раз, когда ты выполняешь одно из них. Это может быть здорово для некоторых игроков, но лично для меня количество хороших побочных квестов определенно компенсировало неудачные. В этих историях о потерянных душах так много индивидуальности. Они переходят от простых вещей, таких как поиск драгоценностей для умершей женщины, к помощи давно умершему владельцу бизнеса выяснить, почему все его сотрудники уволились с работы. Как я уже упоминала ранее, этот аспект игры немного глубже погружается в социальные проблемы Японии. Некоторые из этих вещей заставляют задуматься, когда у тебя есть контекст того, как управляется бизнес, или как обращаются с определенными людьми в Японии. Была одна действительно хорошая игра с участием Хикика Морти, которую я не буду полностью портить, но в игре используется тема призрака с реальными проблемами, такими как затворничество или накопительство, на мой взгляд, действительно эффективно. Все это довольно весело и хорошо написано. Независимо от того, помогаешь ли ты парню, который буквально умер в туалете, или помогаешь бедному старику увидеть, как цветет вишня в последний раз, прежде чем передавать контент на стороне Ghostwire. Это определенно стоит сделать. Я не буду слишком много говорить об основной истории, чтобы избежать спойлеров для вас, ребята. Это хорошо, но немного банально. Я была впечатлена количеством действительно хорошо сделанных роликов с самого начала. Очень ранняя игра доказывает, что это большой опыт AAA, использующий все новейшие графические навороты и свистки. Одна из главных целей игры — исцелить Токио, и два наших главных героя, Акита и Кака, являются самыми сильными сторонами этой истории. Они начинают с того, что не любят друг друга. Кака буквально овладевает Акита и заставляет его отправиться в это дикое приключение по охоте на призраков. Довольно скоро эти двое становятся приятелями и демонстрируют довольно хорошую химию друг с другом. Кака выглядит как гордый отец, поскольку Акита прогрессирует, становясь крутым охотником за привидениями, который, говоря о нем, является отличным героем боевика. У него есть очень личная причина для того, чтобы хотеть спасти Токио. По мере того, как он все глубже погружается в свои личные духовные поиски, он колеблется и терпит неудачу на протяжении всей этой истории. В игре также есть то, что мне нравится, когда в начале игры, во время боя, Акита боится врагов и не уверен в своих способностях. Но к концу он говорит призракам, чтобы они холодно держались подальше от него, когда вы уничтожаете их всех одного за другим. Мне просто нравится наблюдать за продвижением от нуля к герою. Акита и Кака много ссорятся на протяжении всей игры. Независимо от того, выполняешь ли ты побочный квест или просто ходишь по магазинам. Забавно видеть, как они становятся друзьями, потому что
что они вместе проходят через довольно сумасшедшие вещи. И интересно посмотреть, как Акита тоже справляется с определенными духами. Он старший брат. И одна интересная деталь, которая показалась мне действительно чертовски крутой, заключалась в том, как он справляется с покинутым врагом. Несчастные — это враги типа сирен, которые призывают других разобраться с тобой. Они также олицетворяют жестокое обращение с детьми. Вместо того, чтобы насильственно вырывать сердцевину этого врага, ты должна осторожно подкрасться к ним сзади и сделать посылающий знак рукой, который выводит их из боя ненасильственным способом. Мне это очень нравится, потому что благодаря игровому процессу ты действительно получаешь небольшое представление о характере Акиты. Будучи зрелым старшим братом, он не причинил бы вреда такому юному духу, как этот, даже если бы они пытались причинить ему боль в ответ. Хочешь — верь, хочешь — нет, но в этой игре есть и другие персонажи. И хотя я думаю, что некоторые из них действительно хороши, многие из них, к сожалению, довольно плоские. Главный злодей — это что-то вроде одной ноты. И ты на самом деле ничего не узнаешь о нем из роликов. Все это в основном сводится к дополнительным аудиозаписям, которые ты найдешь по всему открытому миру. Ближе к концу истории появляется еще один персонаж, о котором мы много слышим, и у него большая экспозиция. И он чувствует себя неуместным, как будто это должно было произойти намного раньше. Или, возможно, рассказано по частям на протяжении всей истории. Учитывая все сказанное, мне действительно понравилось повествование игры в целом. И к концу у меня даже немного заплакали глаза. Одна из тем, через которые проходят все персонажи в этом названии, это принятие смерти. И, возможно, эта часть истории была слишком близка лично для меня. Но я подумала, что это действительно здорово. Актерская игра на японской стороне очень хороша. Но ты можешь играть и на английском. И я немного поработала над этим. Это было хорошо. Но я еще не закончила игру на английском. Поэтому не могу полностью ответить на этот вопрос. Единственное, о чем я могу с уверенностью сказать, это то, что призрачный провод — это круто. Это похоже на то, что все вещи, которые я люблю, оживили Японию. Техническое оборудование, призраков, ужасы, киберпанк, эстетику, крутость, магию. Все это здесь для того, чтобы... Как бы мне не нравилось все это и видеть, как все это воплощается в экшн-игре с большим бюджетом АА. Много из этого определенно сдерживается ранним ощущением почти небытия, которое я получила от довольно простого боя в игре. Продолжай в том же духе, и все наладится. Однако, если ты ищешь новый IP, который делает что-то немного по-другому, пожалуйста, ознакомьтесь с этим заголовком. В нем есть забавный бой, который может устареть для некоторых игроков, отличные исследования в невероятно красивом игровом мире и забавная история, в которой есть свои неприятные эмоциональные моменты. Если ты хочешь поиграть в эту игру, что же в этом-то и заключается проблема? Ghostwire доступен на ПК, но PS5 — ваш единственный вариант, если у вас нет установки монстра. Да, консоль, которую ты сейчас не можешь купить без поддержки скальперов. Я почти уверена, что где-то слышала, что игра в конечном итоге появится на платформах Xbox, но пока она эксклюзивна для очень редкой консоли Sony. Если у тебя есть средства сыграть в нее, я настоятельно рекомендую тебе сделать это, знаешь ли, после того, как ты перестанешь быть поглощенный Elden Ring. Но да, усилия, приложенные Tango Gameworks, очень заметны. Несмотря на то, что я не самая большая поклонница некоторых их предыдущих работ, они всегда делают очень забавные впечатления, и это прямо здесь определенно моя любимая из них. Мы редко получаем свежие идеи и популярные игры, поэтому я действительно надеюсь, что Ghostwire будет успешным как IP, потому что я бы хотела, чтобы Ghostwire стал похож на сумасшедшую серию антологий, посвященную различным темам и культурам, таким как Imagine Ghostwire Paris или Ghostwire Las Vegas. Это было бы так круто. Но пока только время покажет.